Добрый день, коллеги. Меня зовут Александр Груздев, и я генеральный директор компании «Груздев Анализ». Сегодня в рубрике «Совет недели на автомаркетолог» мы начинаем новый цикл записей о том, как использовать статистику, как использовать статистические данные в дилерских центрах. И не только. Кстати, в дилерских центрах можно будет и аналогичным образом применять и к магазинам автозапчастей, независимым сервисам. Суть не в этом. Зачем нам всем нужны средние данные? Зачем нам всем нужна средняя температура по больнице? Очень частое возражение, типа, ну я же знаю свои цифры, сколько у меня клиентов, какой у меня средний чек и так далее. Зачем мне нужна средняя температура по больнице? Там есть больные, у которых плюс 40, есть трупы, у которых вообще там замороженные минус. Там, да, зачем мне нужна вот эта вот 36,6 средняя температура по больнице? На самом деле на этот вопрос у меня всегда очень простой ответ, потому что как мы узнаем, наши показатели хорошие или плохие? Ну, например, вы выросли на 5%. Не суть, не важно в чем, в выручке, в прибыли, в чем угодно. Вы выросли на 5% за прошедшие 12 месяцев. Это хорошо или плохо? Вроде же вы выросли, вроде же все хорошо, правильно? То есть, как бы, ну, отличный результат, плюс 5%. А теперь мы представляем с вами, что весь рынок за предыдущий год, среднее значение, сделал по тому же показателю 500%. И где вы тогда со своими 5%? Ну или даже 15%, да? А если весь рынок упал на 50%, а вы прибавили 5%, где теперь вы со своими 5%? Насколько большая разница? Все мы часто слышим сейчас в разных СМИ, в новостях, где угодно, да? Это вырвано из контекста, да? Поэтому вот эти средние данные, показатели рынка, они как раз тот самый контекст, который дает вам понимание того, где вы, собственно, находитесь. Как узнать, что у больного температура плюс 40 – это плохо? Да? Мы это знаем только благодаря тому, что мы знаем нормальную температуру 36,6. Да? И здесь то же самое. То есть нам необходимы средние показатели для того, чтобы понимать, а что же есть нормальность. Да? Нам нужны показатели международного рынка иногда. Чем крупнее компания, тем больше масштаб и тем больше необходимо сравниваться. Да? То есть, если вы играете на общероссийском рынке, вы национальная компания, то тогда вам иногда есть возможность и необходимость сравниваться с результатами других стран. Если вы работаете в одном или нескольких городах, то как раз необходимо сравнивать себя либо ну, с средним по России, либо, например, с каким-то федеральным округом или с данными этого города. В нашем городе работают вот так, средние данные. Мы собираемся выходить еще куда-то, а на самом деле это в нашем городе все так плохо работают или наоборот хорошо. Поэтому средние данные, они действительно необходимы. Более конкретно, более интересно по каждым, по различным показателям, по каждому вопросу из анкеты мы пройдемся с вами отдельно в отдельных выпусках. Сегодня был только общий. Зачем нам нужна средняя температура по больнице? Надеюсь, сейчас это стало абсолютно понятно, что это контекст. А об остальном в следующих выпусках. Подписывайтесь на канал «Автомаркетолог», участвуйте в исследовании «Груздев Анализ» и «Автомаркетолог». До встречи на следующей неделе!